Уля-ля, дорогие друзья, протекшенал. Мы снова Ведьмак. Давненько мы не упускали Ведьмака. Погодка не найс, конечно, не айс и не найс. Мы как-то все геншин, ханкай. Ну, в ханкай у нас была цель кое-что сделать. Наверх. Мы этого не добились, к сожалению. Нет, ну, по крайней мере, мы дошли до ивента и закончили сюжет. Яшма решила послать нас нафиг. Да. Знаешь, что это за зеленые сундуки? Че? Это сундуки, в которых можно складывать вещи, и в любом таком же зеленом сундуке ты возьмешь эти же вещи. То есть один такой телепортационный, да? Понял. Так, поговорить крестьянка. Ну, спать хочет человек, что поделать. А ты пердеть снова будешь? Нет, не туда. Похудей, пожалуйста. Так, насколько я помню, в прошлый раз видимо, мы... Видимо, нам вниз. Опять-таки. Насколько я помню, в прошлый раз мы... Что мы? А мы, собственно... Вообще видно людям или нет? Может, чуть поярче сделать? Да не, видно. Нам сюда просто надо было зайти. Ну, в смысле, картинка довольно темная. О, барон. Насколько я понимаю, в прошлый раз мы узнали, что его жена сбежала от него. Угу. Теперь поговорим с ним еще раз. Ну и как? Ты готов? Чем быстрее совсем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня. Мы ж сегодня и Гошу тогда давай пытаемся привести в состояние нормальное. Поближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу. Вели людям сидеть по домам, пусть насыпят под дверью черту из соли. Взять лопату. Ну, чтобы могилу раскопать. Бери, пригодится. Только могилу раскапывать не понадобится. Она уже раскопана. Ты так думаешь? Сам себе прокопал выход. Так. Еще немного. Давай за мной. Меня так убивает их одежда. Она сразу такая блестящая становится под дождем. Так, по-моему, Акси нам нужен будет в битве с этим чувачком. Наверное. Или лучше так, посмотри. Я уж посмотрел. Просто вроде Акси. Имя ребенку дали? А нет. Это зря. Имена — сильные магические печати. Очень сильные. Это здесь. Угу. Так. Надо повспоминать управление. Кстати, лайки ставьте. На канал подписывайтесь, не забывайте про это. Оставьте меня уже. Я, сука, знаю, что так не делается. Да ты вообще с ума сошел. Хорошо, что знаешь. Яма раскопанная и пустая. Что это значит? Что Игоша вышел на охоту. Смотри! Это было. Аж подлагало. Угу. Фу. Евпатий Калаврат. Ты прикинь, увидеть такое вместо своего ребенка. Превратите Гошу в Чура. Чура! Возьми его на руки, быстро. А если он разозлится? Он же нас мигом заглядет. Ты не женщина, чтоб тебя грызть. Слушай голоса, не то растревожишь его, пока он спокоен. Ни хера себе. Что ж будет, если он забеспокоится? Он перегрызет тебе шейную артерию, и ты истечешь кровью, прежде чем я успею тебе помочь. Скажи, если он начнет вертеться. Успокою его магией. Подними его, возьми его в руки. Он такой... Ну, я его понимаю, это вообще ужас какой-то. Ну, это то, что он сделал. Так, что дальше? Вернемся в замок. В замок. Обратно. Прямо с ним? Ну да. Кажется, ты хотел проверить силу легенды и обратить его в Чура. Черт. Топай, топай. Бери все, все бери. Бери. Все, хватит, идем. Валера сказала, что очень хорошо хилит вода. Просто обычная вода. Да? Да. Так, ну пойдем.
Слушай, какие у мужика стальные яйца? Я бы в жизни такую не взял, на самом деле. Ну, он же барон, надо брать ответственность за себя и свои действия. Сейчас люди поохреневают просто. Ну, никого нет, как видишь. Очень удачно. Помоги ему! Как? Не знаю. Призраки. Голодные призраки. Призраки. Они чуют и Гошу. Там Ирден. Да. Это не Ирден! Да подожди, чел! Ирден! Да это Игни! Не переделаешь. Я же взял Ирден. Ну вот, видишь, светится-то вот этот. Нажми на него. А, выбор. Треугольник. Нет? Получилось? Нет? Да, вот теперь Ирден. И там еще один. Давай. Бей Ирдена. Так, так. Сзади. Сука. Черт. Можешь убить ладно. Разрешаю. Сейчас вырвется. Успокой его как-нибудь. Поговори с бароном. А, треугольник. И Акси. Не знаю, Акси, наверное, да. Значит. А. В смысле? Я не знаю. И что ты сделал? Нажал ту же кнопку, что и в тот раз. Тю, блин. Призраки ебаные. Ну, на самом деле он довольно спокоен. А по-моему, обычные дети и то агрессивны. Я ничего. Но у меня сомнений нет, что, короче, на это видео будет ограничение вставлено. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью. Там ничего интересного, это его жена. Понятно. Ну, красиво же. Ну да. Так. А может побыстрее? Нет. Ирден. Это Акси. Опять? Больше надо спешить. Да. Ну так давай! Я не собираюсь ждать, пока нас сожгут! Ставь! Ирден! Ай! Как уворачивался? Этого я не знаю. Для меня это каждый раз происходит неожиданно, так что я без понятия. Написано уклониться — это кружочек. Чёртовы призраки! Нашли, когда появляться. Ещё разочек. Троих одним ударом. Ну, двоих. Там еще один. Два. Ирден! Ай-яй-яй! Ай, ласточка закончилась! Кошмар! Так, допустим. Ух, вот Акси. Это. Я его не удержу! Все хорошо, чел, все в порядке. Все идет. Перестал вроде. Я предлагаю потом помедитировать. Да и бы еды бы, на самом деле, намутить было бы неплохо. Ну, так кстати, постепенно... Это важно. Да, это хорошо. Да. У нас есть какая-то штука. Это... Ласточка у нас это была. Это девочка. Как Анна хотела бы ее назвать? Капец, страшное время. Если бы у нас такое было, чтобы люди, которые делали аборт, вот такое происходило, ты, конечно... Она не делала аборт. Да какая разница, просто тебе говорю к тому, что происходит. Поняла? Я поняла. Довольно спокойное существо. Повторяй за мной. Силами неба и земли. Силами неба и земли. Миром, что не стал твоим домом. Миром, что не стал твоим домом. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Прости меня, та... Кто пришла и кого я не принял? Нарекаю тебя именем и скажи его. И признаю дочерью. Нарекаю тебя
Да я. И признают очень. Хорошо. Теперь зарой тело. Что ж, мы все решили мирным путем. Да. Это к лучшему. Потому что если бы мы ее ударили, ударили, она бы выгрызла огромный массивный выросла. Через сутки Дэя должна превратиться в Чура. Я останусь здесь и подожду, а ты возвращайся к себе. Я подожду с тобой. Исключено. Но ребенок-то мой. Я за все в ответе. Поздно проявлять родительскую заботу. Потом ты ничего не сможешь сделать. Но я... Никаких «но». Это работа для ведьмака. Я должен ждать здесь, пока Егоша не превратится в Чура. А ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства. Уж постарайся. Так, призвать Чуша на месте погребления. Чура. Чуша. Я же сказал Чура. Ты сказал Чуша. Нет. Да. Это у тебя уже совсем беды. Взываю к тебе силой крови и заклинаю именем. Услышь и приди на мой зов, Дэя. Укажи мне дорогу к своим кровным родичам. Выглядит паршиво. Ох, Евпатика Лаврат. Вот это она быстрая, капец. Стой! Скорость, как у электрической феи, ей-богу. А если они видят ее? Нет. Только ведьмак, да? Ну, не совсем. Я не уверена точно. Но, во всяком случае, они не переполошились. И уже хорошо. А спасти-то нет. Может, они ее реально видят, я не знаю. Видимо, видит. У меня жопа сгниет, если лить не перестанет. Чумной мужик. У каждого свои проблемы. Это точно. Вполне возможно, что он реально чем-то болен. И у него реально может сгнить жопа. Это ужасно. Ну ладно, не будем о плохом. О, утопец. Игни. А пусть нафиг идут. Они не отстанут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Отстали. Козлы, ёпта, вообще охренели. Я едва дошел, а меня чуть не убили просто. Ублюдки. В белом саду очень много ласточки растет. Нам надо туда вернуться. Похоже, там не лаванду держали. Может, стоит туда заглянуть? Видимо, там смердит жутко. О, бери все. Ух ты. Меня поражает, что в каких-то неопознанных вообще ящиках и... А, ведьмачье чутье, точно. Да. Возьми все, что там есть. А вот и хилка. Да. В общем, в каких-то ящиках и мешках обычных крестьян просто спамнится невероятные какие-то дорогие руды. Какие-то такое. Так, рюкзак, доспехи. Что это такое? Так, давайте рукой. Что надо? Это дорого. В смысле, рано. А. Еда. Вместо ласточки поставь. Вон, вода. Что ты делаешь? Это вода. Ну да. У нас тоже бомба есть. Прикольно. На следы посмотри. Подкова. С молокуром не хватило бы денег на коня. Браслет. Наверняка его обронила одна из них. С молокуры? Это кто? Что-то пропустила или что?
Я без понятия, что это такое. Точнее, кто это? Одежда? Здесь кто-то переодевался? Обе были здесь. Значит, я иду правильно. Это просто показывает, что двери открываются. Вон там дверь была. Где-то тут, да. А, подожди. Идти за Чуром. Ты где? Она хочет показать мне что-то еще. Пойдем. Смотри, там опасно. Враги. Враги впереди. Что Господи, это? Что это? Какая-то хуйня. Бей ее. Ура! Новая статья бестиарии. Иди, гада, работница. Или как оно там? Короче, работница какая-то. Господи, мерзость какая. Согласна. Фу, оно еще и воняет. Бери. О, мутаген — это хорошо. Оно помогает нам развивать наши способности. И усиливать их. Так, Чур. Чура. Чура. Собачья петрушка. Собачья выглядит петрушка. Выглядит как... Собака. Этот... Тихо, собаки. Как борщевик выглядит. О, страшная штука. Легенда о Захаре. Ты куда? А, понятно. Парочку можно взять, почему нет? Вообще, красиво, я смотрел обучение по Ведьмаку, говорят, собирайте все, что видите, абсолютно, ну да, все. Опять какие-то... Опять. О, бля, гнилец. Давай, успокой его. Успокой его. Вот так-то. Ах ты, сука! А че не уворачиваешься? Че не уворачиваешься? Не, че не уворачиваешься? Почему? Не работает жесть. Все? Он решил, что ему не надо работать, да? Ну, светится? Нет? Светится. Что-то джойстик вообще... Не хочет. Ой, с джойстиком вообще не везет нам в последнее время. Ну, просто проебали за джойстика. И насколько все заново. А это мы сейчас и узнаем. Скорее всего, с момента, когда мы будем бежать. Ну, что за хрень, а? Что с этим джойстиком не так? Отсюда! Ё-моё! А ласточки уже нет. Капец! Ты куда? А куда он пошел? Да и за ним не нужно идти. А куда идти? Призвать Чура нужно. Просто стой на месте и призывай Чура. Как? Ну ты тут был? Был. Яму нашел? Нашел. Вот тут. Вот она. Да. А. Е. Чушь какая. Катсцена где была, там и сохранилась. А бог с ним уже. Все. Взываю к тебе. Так, силой, как пропустить? Кровь. Пропустить. Услы... Укажем. Бля, ну капец, с самого начала, ё-моё, чё ж сохранения какого не было, блин, чё за фигня? А твоё бледное рыло людей не бесит? А твоё мерзкое рыло людей не бесит? Никто на тебя там не зарился с ножом? Мерзкий. Нет! Спасите! Вот. Я так и не поняла, чего они боятся. Нас? Чура? Или всё ж таки грозы? Конечно, вот этого маленького. Для меня прям выбесило сейчас эта хера сохранения. Джойстик подвел вообще, подстава сплошная. Это ж снова сейчас искать все придется. Знаешь, когда дождь идет, ивни не очень полезен. А у тебя ливень идет. Ничего страшного. Ну ладно. Как скажешь. Так, готовься утопаться тут. Вон они! Бей их, говно! Не? Смотри, чтоб Чура там хоть это нормально себя чувствовал. Ты что, дурак? Он режим охоты стал, ты что? Нафиг мне не пошли эти охотники странные. Ай, музычка классная. Ай-я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 й, хей-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, все лутаем, все нам надо. Еще раз все просмотрели. Вы там не лаванду держали. Может, стоит туда заглянуть? Подкова.
С Малокуром не хватило бы денег на коня. Браслет. Наверняка его обронила одна из них. Одежда? Здесь кто-то переодевался. Обе были здесь. Если сразу водички. Значит, я иду правильно. А может, можем помедитировать? Показать мне что-то еще. Помедитируй недолго. Да нет, сейчас водички. Мышь исчезнет. О, кстати, я почти научилась играть в гвинт. Так, водичка нам нужна. Что такое? Рунные камни. А ну-ка. Рунные камни улучшают оружие. Поставь что-нибудь на оружие. Это на доспехи. Вот они, на оружие. Так, дважды щелкните по камню и выберите оружие, на которое хотите поставить его. Что тут у нас? Вызвать оглушение. Ну ладно, вызываем оглушение. Вода. Так, так, там, впереди. Впереди. А как вот похилиться теперь? Так, на бутылку нажми. Какая кнопка? А я не знаю. Ты на что-то нажал. Похилился. Она ж не эта шняга бежит за нами, кошмар. Убей ее. Убей ее. Ну блин. Ну сейчас ладно не просраться случайно. Так, кнопочки. Кнопочки боя надо. Все это посмотреть. Джойстик и паной. Фу, блин, говно. Пес! Впереди. Утопцы! А гнильцы! Гнильцы, да, два гнильца. Как вызвать эту штуку? Я не знаю. На Е, на Д, на Кью. Что ты нажал? Сзади. Еще чуть-чуть. Фу, блядь, оно взорвалось. Твою мать, ё-моё. Блин. Сука, блядь. Предлагаю там сохраниться рядом с утопцами. Точнее, с домом. Да неудобно, непонятно, какие кнопки нажимать. Что тебе как-то попроще было? Так, давай посмотрим. Да, сюда. Е-е-е-е. Ай, блядь, второй раз, сука, туда бежать. Пошел нахуй, понял? Скотина. Блять, дойдем мы туда или нет, в конце-то концов. Как сохраниться? Подожди. А есть кнопка сохранения? Вот сохранение. Не-не, кнопка сохранения нужна мне. Привязка клавиш. Так. Только так, действительно. Это, сука, херня. Чё сохранение не предусмотрели? Чё за ерунда? Вот это недоработка, разработчики, недоработка. Ну, они уже переделывать ничего. Это точно. Говорится, как хочешь с этим крутись. Абсолютно. Так, готов? Сейчас нападут. Я их буду оббегать. Я не понимаю, это дождь или снег? Оно как будто бы все вместе. Пошли в задницу. Ты так быстро бежишь, что даже Чура не успевает. Чё? Снова все лутаем. Снова все узнаем. Там лаванду держали. Может, стоит туда заглянуть? Браслет. А может, можно как-то разломать домик? Проход? Подкова. Давай заглянем, а? С молокуром не хватило. Заглянем, заглянем, заглянем. Одежда? Здесь кто-то переодевался? Так. Обе были здесь. Давай сломаем дверь Игни. Значит, я иду правильно. О, гори. Это не Игни. Это арт. Да я не шарю. Это опять арт. Не, войти невозможно.
Но он сказал, может, туда заглянем? Так, сохранились. Она хочет показать мне что-то еще. Подожди ты. Это шняга сзади. Эндриага, работница. Эндриага. А за что она работает и на что она работает? Для собака, пес. Вообще, пол хп почти сняли. Это трындец. Обучение, персонажи, книги, ремесло, алхимия, рюкзак. Нам опять предлагают зачаровать. Мощь знаков. Ставь. Угу. Твари конченые. Бесит меня вообще все. Так, F. Это в этот раз нам не дали никаких мутагенов. Ну и пошли в жопу. Хилься. Что так мало? Что так мало? Больше хп. Так, сейчас вот эти купыри вонючие, которые буф делают. Бегут, бегут, бегут справа. Гнилец. Их там, я так поняла, три, на самом-то деле. Мне кажется, кто-то еще сидит. Здесь уже побывали трупоеды, но все равно стоит взглянуть. Какое же мерзкое чудище. Убегай, убегай, убегай! Фу, блядь. Мерзость-то какая. Да, их все-таки три. Убегай! Да. Ура! Ну, с вас что-нибудь... Ух ты, блядь. Убегай. Знак, 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 знак. Так, в нем накапливается желтый. Убегай, убегай, убегай. Вот, и еще один. Надо осмотреть труп лошади. Слюна чудовища, вау. Там еще один тусит, смотри, видишь красную точку? Бегай. Хрень. Что такое? Убегай, убегай, убегай. Фу, блядь. Я не могу не материться, это отвратительно. Твари ебаные, сука, блядь. Съели мне мозг, паскуды рваные. Думаю, это хороший повод сохраниться. Надо бы понять, как кнопочка сохраняться одной. Как F5, знаешь, есть такая штука. Так там просто такое что-то есть. Лошадь мертвая. Мне кажется, мы что не досмотрели. Что у нас тут? Давай смотреть, кости. Кости лежат тут уже какое-то время. Седло. Седло прогрызли. Трупоеды становятся все прожорливее. Следы огромных когтей. Это не трупоед. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств. Или конь потерял ее на старой смолокурне. Оторвать башку мог только кто-то очень сильный. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они все-таки выжили. С каких пор ты... Уже след ведет дальше. С каких пор... Ласточка. С каких пор ты такой оптимистичный? Еще ласточка. Геральт. А в смысле оптимистичный? Надеюсь, они все-таки выжили. Но их трупов нет. Пока что да. Они выжили. Оп-оп-оп, волк, 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 волк. Почему ты не уворачиваешься? Потому что. Как нехрен делать? Там еще один слева. Собачье сало. И справа еще. Найс. Вот такое я люблю. На мясо дайте. Ой, много вас. Слева и справа. Осторожно.
побегаем чуть-чуть. Уи-у-у. Ты зачем в дерево влез? Вот это взять. Так, привел меня в какую-то деревню. Чурка. Ты это, осторожнее. О, можно обобрать людей. Бацкая хата? Наверное, он хочет, чтобы я осмотрел это место. Сломанное весло. Ну, продадим. Так, окей. Пожалуй, еще раз сохранимся. Здравствуйте. О. А кто это? Идите в другую комнату. Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю, ничего у нас нет, ничего не знаем. Мне нужны сведения. Я ищу двух женщин. Жену и дочь кровавого барона. Никого тут не было, сударь. Может, хоть мимо проезжали? Девушка невысокая, лет 20. Ее мать худощавая, под 40. Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Да. Тихо, сынок. Расскажите, что она у вас сделала? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Оксенфорте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вроницах, у господина барона. Почему? Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их в старой смолокурне. Привел коней. Так он быстро начал таким податливым. Что а что раньше молчал? Козёл. Боялся, что если он расскажет, то мы отведем их обратно. Они не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило. Но наконец они явились, и отправились мы в сторону реки. Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башку оторвет. А вдобавок, эти здоровущие птицы, их целые тучи кружили над лесом. А крик такой подняли, что аж в ушах звенело. Госпожа Анна крикнула. И скорчилась. Тамара взяла ее за руку, и я увидел, на ладонях у нее пылали знаки. Что за знаки? Какие знаки? Ну, такие, будто ей кто железом выжег. На ладонях, изнутри. Выжег? Как клеймят скот? Ну да. Только эти знаки были не почерневшие, а раскаленные, точно живым огнем светились. Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще, словно кто все звезды погасил. В одну минуту сверчки утихли, а из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный пот прошиб. Я дух перевести не успел, как из чащи. Выскочило чудище. Огромное, что твой сарай, рогатое. И глаза горят, как раскаленные угли. Я-то думал, конец мне. Чую. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны. Башку ему оторвало, а саму ее в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышни Тамары, переполошились и понесли, куда глаза глядят. Только потому мы избежали. Тамара хотела вернуться за матерью. Но на счастье жена ее отговорила. Убедила, что одной ей ничего не сделать. Что за Тамара? Тамара — это дочь барона. Теперь спасибо понятно. Тебе за помощь. А с тетенькой? Все с ней будет хорошо. А чем ты лысый? Ну, как-то так. Беуш. Так, найти Тамар, дочь барона в Оксенфурте. Поговорить с бароном о его семье. Ай, смотри, совсем. А если я возьму у них меня... Не надо, у жемчужина. Не надо, хорошие люди, бог с ними. Ты хотя бы снаружи, что ли, полутай. Значит, здесь кончается наш общий путь. Благодарю тебя, Дея. Иди с миром. Почему?
Она что, дальше не знает? О, очки умений! Ура, 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 прокачиваем навыки. Так, очки умений, поехали. Одно очко дали нам. Это знаки, это алхимия, это умение. Что это такое? Восстанавливаем здоровье быстрее. Покупаем? Не, давай лучше знаки прокачаем. Так. Доспех. Огонько? Ну, давай огонько твое. О! Ячейка новая появилась. Кстати, у нас уже есть. Ок. Так а ты не улучшил его? Это мы улучшили, да? Нет. Это ты его перетащил с места на место. Как улучшить? Не понял. Есть. Всё. Такой дальнобольный арт. Ну, поставь его просто. Замечательно. А вот сюда, переставь их вот сюда, поменяй местами. Ага. И вот сюда поставь синий мутаген. Этот? Да. Ух ты! Кстати, можем скрафтить новый мутаген. На здоровье. Нет, дальше. Ремесло. Или алхимия. А, не алхимия, алхимия. Алхимия! Дальше, дальше. А, вон. Там был. Нет, ничего не хватает. Чего не хватает? Да блин. Ну ладно, хрен с ним. Где вообще лошадь? Там, где ты ее призовешь. Давайте закончим. Плейлист, ссылки в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Телеграм-канал тоже подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Пока.